Всем доброго вечера, друзья. А перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на наш канал. Ну, мы начинаем. В возрасте 57 лет умерла известная советская гандболистка Марина Базанова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России. Причина смерти известной в прошлом спортсменки пока не сообщается. Базанова является трехкратной чемпионкой мира в составе сборной Советского Союза. С советской командой она выиграла турниры в 82-м, 86-м и 90-х годах. Также на ее счету две бронзовые медали Олимпийских игр 88-го года и 92-го года в составе объединенной команды. Спортсменка большую часть карьеры провела в команде «Спартак» из Киева, с которым стала многократной чемпионкой Советского Союза и выиграла Кубок Европейских чемпионов. После ухода из «Спартака» выступала за немецкий Вальдер Бремен, где была играющим тренером. Друзья, подпишитесь на наш канал, мы будем вам очень благодарны за вашу поддержку. На этом все, мы с вами прощаемся, до скорых встреч в новых выпусках.